Более 100 студентов столичных вузов и школьников поучаствовали в хакатоне «Битва титанов». Он прошел в Высшей инженерной школе Российского университета транспорта. Из молодых программистов составили 24 команды. Каждая в течение 3 дней готовила свой проект. Например, IT-решение по борьбе с безбилетниками в общественном транспорте или система прогнозирования инцидентов на железной дороге. Свою работу затем предстояло защитить перед экспертным жюри. Победители хакатона получили ценные призы, а некоторые смогут пройти стажировку в одной из ведущих IT-компаний. Это наш первый хакатон, и я очень сильно хотел попробовать то, насколько я могу соревноваться с другими ребятами из других вузов. И также я хотел попробовать себя в решении экспресс-задачи, то есть за несколько дней решить, грубо говоря, проект, который могут делать разные компании месяцами. Глобальная цель – это чтобы ребята прокачали свои, как говорят сейчас, скиллы, да, в области программирования. Но на самом деле это тусовка, это спортивные мероприятия, да, когда приходят различные вузы, какой-то соревновательный эффект, даются интересные задачи, ребята замотивированы. Мы сконцентрированы на создании новых инновационных цифровых решений для удобства пассажиров. И вот такие мероприятия, как то, которое проводится сегодня, хакатон, посвященный именно проблемам на транспорте, это, конечно, очень актуально для нас. Нам очень важно, чтобы молодые ребята горели глазами, смотрели, понимали задачи, понимали, куда можно приложить свой талант.